Норвежский прыгун с шестом голыми руками смог взломать контейнер для допинг-тестов. Произошло это как раз во время визита допинг-офицеров, которые нагрянули к нему домой. По правилам, емкость с анализами внутри уже невозможно открыть без спецоборудования, в чем мы и предложили убедиться спортсмену. Но он почти без труда открутил крышки всех трех банок, и на них не осталось следов взлома. Известно, что емкости выпускает швейцарская компания Берлингер, и они используются по всему миру. Там уже заявили, что не считают случай чем-то исключительным. По словам производителей, такое случается 3-4 раза в год.